Что, просто носить этот костюм? Легко? Тебе очень идет, Эльза. Но ты не отказывалась. А если не будешь хоть чуть-чуть страдать, неинтересно будет. Этого ты не дождешься. Тогда вот что сделаем. Связали перед кучей мужчин. Теперь хозяйка наказывает горничную за плохое поведение. А связывать-то зачем? Блин, позор-то какой. Ну, а теперь говори. Простите меня, госпожа. Никогда! Не будешь негодная горничная? Нравится? Ну-ка, говори еще, пожалуйста. Тебе же никогда не было так стыдно, да? Еще хочешь?